когда-нибудь задавался вопросом? Какова эта работа? Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас лодка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Начали! Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Надо сказать матерным. Проходим бойками. Флэш, ты и Магнит, ты и Слава. Я с того граждан. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла!
Петров! Занимаю укрытие! Берем. Привет, друг. Чувствуешь? Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, все будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукин сын. Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Дерьмо! Слишком открыто! Иди от укрытия к укрытию! В окнах не светится! Не тормозить! Ствол! Свали его! Собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Бежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду.